Гораздо труднее приходится преодолевать глубокий снег участникам соревнований на мотоциклах с колясками. Остановка одного мотоцикла задерживает всех идущих позади. Обойти застрявшую машину по целине опасно, потеряешь времени еще больше. Если компактной группой на мотоциклах с колясками идут гонщики Центрального спортивного клуба Министерства обороны. Участники соревнований на мотоциклах с колясками проходят последний поворот. На мотоциклах с колясками первыми финишировали гонщики Центрального спортивного клуба Министерства обороны.